канун Нового года в Бежецком мемориально-литературном и краеведческом музее открылась новая экспозиция. Впервые за много лет у жителей и гостей города есть возможность познакомиться с многовековой историей района, традициями и вкладом бежичан в историю и культуру как своей земли, так и России в целом. Многие из этих экспонатов широкая публика видит впервые. Ведь до сей поры в Бежецком музее не было полноценной краеведческой экспозиции. Теперь же для нее отведено аж отдельное здание, которое после реставрации стало прекрасным украшением города. Вам особую благодарность я хотел бы сказать в адрес нашего государственного объединенного музея, чья команда отлично трудилась уже над вводом в эксплуатацию второго здания нашего музейного комплекса. Мы очень благодарны губернатору Тверской области за то, что были найдены возможности профинансировать такой дорогостоящий объект. Здесь отражена вся история Бежецкой земли, начиная с мезолита и вплоть до современных времен. Открывают экспозиции материалы археологических раскопок, среди которых уникальный женский головной убор с итальянским кружевом. Также тут можно увидеть орудия земледелия и льноводства, предметы быта и костюма, образцы рукоделия, которые рассказывают о хозяйственном и культурном своеобразии бежецкого крестьянства. Все экспонаты, которые мы здесь видим, они собраны именно на территории Бежецкого уезда экспедициями, этнографическими экспедициями, которые проходили в 80-е годы. Я горжусь, что принимала участие в одной из этих экспедиций, так что здесь есть предметы, найденные и лично мной. Среди гостей торжественной церемонии открытия была и министр культуры Тверской области Ксения Глинка. Она особенно отметила уровень экспозиции, то, что она создана по самым современным стандартам, что наверняка положительно отразится на популярности Бежецкого музея. И так хорошо и правильно, что в маленьких городках появляются по-настоящему потрясающие музеи, современные, которые привлекут не только взрослых, уже состоявшихся людей, да? А ведь каждому там ребенку будет интересно сюда прийти. Напомним, что не так давно в Бежецке были открыты две экспозиции, посвященные великим деятелям культуры, уроженцам города, писателю Вячеславу Шишкову и основателю Великорусского оркестра Василию Андрееву. В музее также были созданы два выставочных и концертные залы. Поэтому смело можно сказать, что Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей стал настоящим большим культурным комплексом в самом центре города.